Приветствую вас, дорогие друзья! Не забывайте подписаться на канал и нажать колокольчик, а мы начинаем. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» встречалась с коллегой 2 года, а после ушла от него. Подруга Анастасии Заворотнюк поделилась подробностями ее романа с Сергеем Жигуновым. Режиссер Наталья Бондарчук рассказала, что актер был груб со своей возлюбленной и даже поднимал на нее руку. Терпеть унижение Заворотнюк не стала и порвала с коллегой, но расставание переживала тяжело. О том, что Сергей Жигунов был груб с Анастасией и даже поднимал на нее руку, подруга болеющей актрисы рассказала журналистам. Увы, не обошлось и без этого. Но Настя – невероятно сильный человек. Она не захотела терпеть такое обращение, с ней ушла. Цитирует Наталью Бондарчук ЭГ. В том, что Анастасия Заворотнюк поправится, режиссер не сомневается. Однако пока новости о состоянии актрисы приходят неутешительные. После того, как правую сторону тела Анастасии Заворотнюк парализовала, ее семья сделала громкое заявление, после на связь вышла и сама звезда сериала «Моя прекрасная няня». Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь.